Итак, друзья, добрый день. Выехали мы пройтись пособирать грибочки. Вроде люди сказали, что уже грибы пошли. Как бы я-то думаю, что вроде как рановато, но, как оказывается, уже на самом деле грибочки есть. Вот посмотрите. Это вешенка. В принципе, ее пока не так много, но, как мы видим, она в принципе уже есть. Поэтому пойдем дальше. И будем тогда снимать что-то такое стоящее, если будут хорошие грибницы, то все это вам покажем. Смотрите нас и не переключайтесь. Итак, друзья, сегодня выскочил за грибочками. Ну и как оказалось, в принципе, не зря. Пошел по новым путям, там где обычно рвал, уже все было срезано. Ну и считаю, что не зря. Вот такой вот результатик в мешке. Вот так вот еще вешка выглядит. Там он еще сидит за деревом. Здесь, значит, вот такие грозди висят. Так что, ребята, если будут как бы кадры хорошие, буду обязательно снимать. Пожелайте нам удачи. Все, счастливо. В итоге получается где-то около мешочка грибов сегодня было собрано. Вот так, вспышечку сейчас включим, наведется камера. Вот такая вот вешка. Здесь, значит, уже чуть-чуть начинается лесной опенок появляться. Но совсем чуть-чуть я его сорвал буквально. Так что, друзья. Случайно закрыл микрофон рукой. Тихая охота удалась.